слышали голос, когда я начинал собирать рейд и говорил Вентрилу, мне вообще ливали из рейда, было пиздец обидно. Но по итогу познакомился с челиком, Доширакус, блядь. А это мужик, там, не знаю, лет 40-45. Я-то на тот момент не знал, блядь, кто он. Ну, в плане, чего он хотел и так далее. Мы просто, типа, познакомились, заебись, там, болтали и так далее. А потом, ну, не буду подробности рассказывать. Короче, вкратце, потом он пропал. Оказывается, он сел в тюрьму, а потом я понял, что он был педофилом, блядь. А он меня звал на шашлычки там, блин, и все такое. А я такой, блядь, ой, да может, приеду. Меня родители не отпускали. Это, блядь, это я маленький был, я не понимал, что он педофил. Фил, я охуел, когда я узнал это. Нечеловечески жестко, люблю тебя. Вот так вот было, блин. А он типа помогал мне, мы, блядь, играли, заебись, все было. Я как бы считал его другом.